сейчас никуда он будет здесь работать. Сейчас в деревню езжай, всех поднимай, с кого только можешь. Ребятишки, кто могут таскать камушки, разбрасывать. Вот это вот разнести надо будет. Взрослые, кто есть. Ко всем заехай. К Сашке к этому заехай. К Лужкову. Скажи, камни надо растаскивать, он их не может растащить. Ладно. Никитин приезжал в деревню. Ну что, Никитин бы этим занимался? Ну, нет, это ошибка. Это никак. Это только пастух. Пришли, коровы лепешки вот здесь лежат. Это пастухи. Нет, ну я говорю, что ну не пас, скорее всего. Это пастухи наши, а их всего 4 дома. Вчера Ерема пас, а не Миша. С Еремой все разобраться. Найти. Найти и привести к покаянию. Для них делаем и сваи жгли. А вон я сейчас покажу обломки сваи. Обгорелые куски. И главное, вот здоровый такой блок. Внутри наложили, он лоб не разбился. Вот, подойди, если ты не знаешь. Это привезли мы оттуда. Вот лежал второй. Второй, вон он, они внутри его жгли, он лоб не развалился. Ну, еще непонятно. Где? Да здесь не видно, просто что развалилось. Нам костер был. Просто сейчас он трактором сместил все. Это наши сваи. Мы добывали таким трудом. Главную работу вот брат Роман сделал. Смотри, что делали. Жгли. Жгли сваи. Но она не горела, как хотела. Так это то, что мы только нашли, а сколько сена сожжено. А ты головню куда-то сунуть в одно место ему было, горящее. Значит, найти. Найти этого безбожника, вычислить его и выгнать отсюда, чтобы его духу не было. Зачем такого разбойника кормить? Для них же дело. Шкурили ребятишки. Мы привезли, смолевые положили. И пришел здесь, видно, сидел или курил, или еще что-то. И жег. Я к этому ничего не буду делать. Тебя видно, нет? Я не знаю, каким именем это назвать, но знаю, что это недружественно настроенный человек делает. Ладно, что мы сегодня пришли, иначе бы ничего у нас не осталось. Очень прошу, ничего не кидать, руками только переносить и делать не для меня. Я уезжаю, я здесь не живу. Это для вас во славу Божию. Господи, слава Тебе. Господи, хвала Тебе, наш Господь Иисус Христос. Благослови наш труд. Сделай его полезным и безопасным. И этого человека, творящего зло, вразуми, Господи, не по делам его воздай. Это делает по глупости несовершеннолетний. Не дай ему погибнуть в ожесточении и в мирской глупости, чтобы он не умер под действием сатаны, который творит всякое зло. Господи Боже наш, Ты это допускаешь, чтобы мы ценили то, что Ты даешь нам. Благослови это Виктора Бульдозериса, дай ему силы и мудрости. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, смотрите что. Взрослые вы берете камни, вон большие, не считая блока. Аккуратно ставите на того. Все смотрите, потом... Самые большие камни, вот эти вот. Их вот с этой стороны мы можем маленькой лопатой ямку делать и туда его всаживать. Когда мы это все покроем, он приедет и укатает. Это все войдет в землю. Ну то, что там есть. Это, вот прямо по краю вот так сваи стоят. Вот это маленечко что-то. Ну рядом, вот так. Да. 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 Самое главное, вот начинается бюджет и где кончается. А потом там с другой стороны выложить. Это поток воды будет идти вот такой ширины. Потому что глубину мы уже не потеряли. За счет того, что сваи мы обрезали ниже и их раздавило сегодня у нас. Несоответствие. Он чуть не застрял. Сейчас увидите на той стороне, что с ним было. Он говорит, нет, я не застрял. Он полез. Я говорю, не надо. И он едва-едва вылез. И мы бы месяц ждали, когда его вытащат отсюда. Он старается. И с той стороны точно так же. Вот как стоят сваи, маленько поближе. До каких пор? Вот где кончается, вот.
до этих пор, а потом дальше подъем начинается. Вот конец воды. Конец воды, и с той стороны так же самое. Главное, большие камни, вот это где жердь, вот напротив жерди. В ряд к ним, которые поменьше, а посередине дети будут бросать. Подходите, класть, понятно? Не подскользайтесь. Взрослые, отойдите в сторону. Начинайте самые большие камни, брать в куче, откуда ходите. Здесь, которые выберете, их с середины, смотрите. Да. Сначала отсюда, а то бульдозер их разнес. Сначала здесь разберитесь, спектр. Может быть, сначала эти ямки вырубить. Вот дорогу проделайте, камни отсюда уберите, чтобы дети могли ходить и там мелочки дать. Вот эту дорожку проберите все. А сколько у нас ведер? Одна? Одно. А что тогда для воды? Бригада налетела. Будем аккуратно делать это. Дети. Спотыкаемся.
Так, дядя Роман делает, смотрите, вот так же укладывайте. Чтоб сверху была ровная поверхность. Так, будет смысл закладывать. Коля, по камням-то не ходи. Ходи, вот где тропка есть. Я ему сказал уже. Сказал Саша. Я так и не понял, он то ли отказался, то ли что-то такое. Все? Кончай снимать. Сегодня 17 июля 1917 года. Вот он завалили пролет кирпичом. А теперь бутовый камень раскидывает. Вот из деревни пришли люди. И дети все помогают. Продолжаем работать на первом мостике. Вот у нас деревенские собрались. Гости к нам приехал тоже.
Никита Андреевич воротит эти камни не по-детски. Вот цепочку выстроились, подали друг другу. КГБ пришло место. Лицом к большому. Да, а, там, кто и папа? Ай, не знаю. Да, Коля, надо держать камни, иначе ты сидишь и ноги. Нестор, ты работаешь или языком? Давай, говоришь много. Мне сказали, что я руль. Понятно. Серьезная у тебя обязанность. Ага. Должность. Вернее. Вот так, Алексей. Зачем? Вик Николаевич, ну куда ты таких тащишь? Только мешают. Куда ты с таким каменюгой? Не по-детски. Она была на середину лучше. Здоровые такие. Ну я понял так, что здесь три ряда хватит. Да. Сейчас такие камни вон туда, где Игорь на глушку. Здоровые такие. Коля, работай, не расслабляйся. Так, где-то вот эту щепку. Здравствуйте. Ну что, Валентинович, говори куда. Ну, Егор, аккуратней. Егор, тебе нельзя такое носить. Егор старается. Немного, в принципе, по сравнению, что было. Ладно, тебя все равно не видно за очками. Роман шутит, однако. Точно, не спит. Вон Вик Николаевич для тебя ждет. Вот этот, да? Да. Ну, он хотел брать это уже, а? Ну, и добрейший. Да, любим тебя. Коля, ты зачем задерживаешь? Тут цепочку. Географическое. Так, Кирилл Андреевич, вот так вот, слава Богу. Разгонимся. Аллилуйя. Вот мы с ребятами, со всей нашей бригадой. Вот они сидят, наработались. Вот они, наши работяги. Вот сейчас вот уложили все это камни в один слой. Вот сейчас трактор будет утаптывать все это. Грандиозная стройка идет. Ну да, она грандиозно смотрится. Thank you.
Надо убрать его. А, иди уберем. Иди сюда, Никита. Рукавицы один. Рукавицы один, сами не убрать.
все выкапывает уже, а там все почти закапывает. Все, наверное, все, да, у него? Вон там. Показал, прокомментирую. Я ему говорил дальше, что не спускаться. Он говорит, ничего не будет, ты было застрял. Она как провалилась гусеница туда. Мы испугались, он полз, кое-как вылез оттуда. Нам бы удалось сегодня не вытащить его.